Жители Брянской епархии помолились перед чтимым образом Казанской иконы Божьей Матери. Под колокольный звон святыня была доставлена в кафедральный собор, а затем в Свенский Свято-Успенский мужской монастырь. О Пресвятая Госпоже, Владычице Богородице, со страхом, верою и любовью предчестной иконой Твоей припадающе молим Тя. Торжественную встречу святыни возглавил митрополит Брянский и Севский Александр. Прославленный в 1612 году казанский образ Божией Матери также встречало духовенство епархии и многочисленные верующие. Сопровождение Казанской иконы Божьей Матери для нас большая честь. Сотрудники спецсвязи разрабатывают специальные безопасные маршруты транспортировки. Соблюдаются все необходимые правила перевозки ценных и особо ценных грузов. Брянск – 47-й по счету город, куда была доставлена православная святыня. Всем, кто принял участие во встрече чтимого образа Богородицы, были вручены небольшие иконы с благословением святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Благословение Господа нашего Иисуса Христа и неотступное предстательство Его Пречистой Матери да пребывают со всеми вами. Кирилл, патриарх Московский и всея Руси. Святыня пробыла в Брянской епархии чуть больше 2 дней, а затем отправилась в Смоленскую епархию. 6 мая по благословению святейшего патриарха Кирилла Московского и всея Руси начался всероссийский крестный ход с иконой, Казанской иконой Божьей Матери, которая пребывала и пребывает в разных городах. На сегодняшний момент к иконе приложилось уже более 700 тысяч человек верующих. 14 и 15 августа образ будет пребывать в Свято-Успенском кафедральном соборе Смоленска.